Трудно путешествовать без денег. Как курица? Жена готовила лучше. Давно она умерла? Неделю назад. Простите. А сколько вы были женаты? 42 года. В чем секрет? Ты женат? Нет. Скоро, надеюсь. Деньги понадобятся. На свадьбу. Спасибо, предупредили. Ты бежишь от чего-то? Скорее, к кому-то. Человек, живущий надеждой. Так говорите, как будто это плохо. Надежда для тех, кто не живет в благодати. В комнате сзади кровать. На кама. На кого? Спасибо. Нет? Тебе спасибо. Нет ничего хуже, чем есть одному. Спи. До завтра.